В Германии с 1 января вступили в действие новые меры, нацеленные на уменьшение экологического ущерба от автомобильных выхлопов. Старые неэкологичные автомобили будут фактически изгнаны из центров крупных городов. Отныне все машины должны будут иметь красный, оранжевый или зеленый стикер, обозначающий степень экологического ущерба, который работа двигателя данной машины наносит окружающей среде. Эти меры были опробованы еще в 2008 году в Берлине и Ганновере. За последние два года вредные выбросы в этих городах сократились на 16%. В Берлине и Ганновере только транспортные средства с зеленым стикером могли въезжать в специальные экологические зоны, говорит один из экологических активистов. Иногда разница между выбросами машин, у которых нет специальных фильтров, и машин, которые их имеют, а потому снабжены зеленым стикером, бывает стократной. Поэтому мы ожидаем, что воздух станет значительно чище.